porque usted le gritó que era una rampa. Sí, compa. Esa chola es una rampa. Porque usted le gritó que era una rampa. ¡Te voy a dar, hijo de puta! ¡Te voy a dar! ¡Boludo! ¡Vos eres un boludo, macho! ¡Hey! ¡Esa mujer te va a arruinar! Поехали. Вот во что вписалась Санта-Бланка. А меня вы никогда за руль не пускаете после того случая. Снабженцев картеля загружен и готов к вылету. Ну дела. Болваны, оставляющие ключи в зажигании, этого заслуживают. Забираем. Крестьяне собирают крупную партию для отгрузки к картелю. Есть возможность ликвидировать сразу много бойцов Санта-Бланки. Поехали! Огонь, огонь, огонь! Мерда, чингала мадре! Хочу картеру на солдатов грингов ака! Матенло! Черт, нас заметили! Дрон в полете! Вижу вторую цель! Есть третья цель. Снайпер! Тут медаль картеля. Какой-то бандит расстроится из-за пропажи. Еще одна цель.
вижу третьего. Появился один с пистолетом и пулемет. Противнику подходит подкрепление. Ya llegaron estos güeyes y el apoyo. Andan en donde vimos que estaban los enemigos. Они идут в нашу сторону. Замечен капитан. Снайпер, ложись! Иду на позицию. Вижу цель. Мы запросили у Пака минометную поддержку. Я знаю, Мико. Есть такой. Теперь все чисто. Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы. Pensé que salvado por un extranjero. No quiero, hermano, son unos putas. Gracias por esto, hermano. Ahora toca continuar juntos. ¡Fin balas, carajo! Acabó la dieta de mi rifle. Espero que me dure.
Может, сходишь на разведку? Есть координаты медали картеля, которую собираются вручить какому-то уроду. Головорезы матери Коки еженочно являются на здешнюю ферму за листьями Коки. Устройте-ка им засаду. Надо дать ей понять, что правила игры изменились. Как же духа, братаны? Знаете, козлы, что диджей попутал в Санта-Бланке до мозга костей? И что я пью кулейт? Черт, я сам делаю гребаный кулейт! Но ради всего святого, зачем надо было уничтожать кофейные плантации? Не поймите меня неправильно. Я люблю кокаин больше, чем кофе, но кофе я тоже люблю. То есть, если нужно монополия на товар, если надо забирать все, чтобы получать огромные прибыли, то картель поступил правильно, приспособив кофейную инфраструктуру под полку для повышения эффективности и все такое. Но кто-нибудь, налейте мне эспрессо, а лучше капучино. Разве нельзя оставить нам хоть одну кофейную плантацию? Мать Кока, просто прими к себе для нее это пожелание. Дрон в воздухе. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Заметил еще одну цель. Это пятый. Появился один с пистолетами и пулеметами. Всего 10 целей. Противник на мушке.
Все нормально. Ясно. Сейчас выйду на позицию. Цель получена. Враг ликвидирован. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Начеку. Puta madre, todos agachados, cabrones. Nos están atacando. Они знают, что мы здесь. Осторожно. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. Disparen. Они идут прямо на нас. Босс, идея есть? Граната! В укрытие! Граната! Ты не в форме! Прячься! Открываю огонь по этим гадам! No merecemos esto. Déjenos ir por compasión. Esto servirá para acabar con esos malparidos.
они тебя заметили. Расслабьтесь, мы еще живы. Мы их спугнули. В колонне идет бензовоз под завязку залитый топливом. Давай отдадим его повстанцам. На черт, это повстанцы! Вступаю в бой! Их становится больше. Берегите грузовик, нам нужен этот груз. Сейчас рванет. Противник убит. А черт, нас заметили. Все ко мне. Выдвигаюсь. Эскорт уничтожен.
железы матери Коки еженочно являются на здешнюю ферму за листьями Коки. Устройте-ка им засаду. Запускаю дрона. Надо дать ей понять, что правила игры изменились. Все хорошо. Они идут прямо на нас. Что будем делать, босс? Дело сделано. Теперь картель не получит от этих ребят ни грамма коки. А мы отходим и ждем последствий. У нас есть полный бензовоз топлива. Хороший подарок повстанцам.
за рулем. Возлюбленные последователи Святой Смерти, это кардинал с важным посланием. Берегитесь речей лживых мага Катари и его мятежников. Что бы они ни сулили, равенство, бесплатное образование и здравоохранение, надо помнить. Всего этого можно достичь лишь тиранией. Люди станут равными лишь тогда, когда их уравняют насильно. Львиную долю плодов вашего труда присвоит маг Катари, а остальное поделит между вами. Берегитесь! Вам не пожать посильны. Вы останетесь буквально ни с чем. Лучший и единственный путь, согласно всему, чему учит нас христианство, будь спокойным. Тут есть координаты радиостанции повстанцев. Она должна заработать. Вперед, раскочегарим этот хлам. Наркотея, тут ясно. Вы уже не просто любитель. Только не опрокинь ее. Мы тут отвисали с моим корешем Хайме, и он высадился как раз по этой теме. Типа, слушай, ты думаешь, что можешь верить тому, что ты слышишь? Не начал такое рассуждать, как можно обманывать зрение, о дальнизме там, или о том, как подводит звук, как бывает избирательная глухота. Но я ему отвечаю, слушай, глаза не могут тебя обмануть полностью. У тебя нет собачьего слуха, но нет и причин не верить глазам. Я вот задротом. Человечество выживало на протяжении тысяч лет. И если бы в органы чувств нас подводили, нас бы давным-давно сожрали какие-нибудь саблезубые тигры. А Хайма говорит, что бывает так просто. Сперва я такой, слушай, братишка, это вообще о чем? А потом, вот же ты, а ты прав. Когда я упорот в говно, и глаза не то видел, и уши не то слышал, Хайма и говорит, что ты же есть. Мир, который ты воспринимаешь под вкус, или по частям. А я не знаю, что на это ответить. Сколько лет не подпускался. Может, реальности вообще нет? А может, реально и то, и другое? Я просто толкаю телеги и кручу музон, чтобы ваши ноги дрыгались. Следующая композиция. Дрон в полете. Thank you.
сотрудничай, и все будет хорошо. У тебя 5 секунд на то, чтобы все рассказать. Я расскажу, расскажу! Не часто выпадает шанс угнать вертолет и передать его повстанцам. Будем добывать разведданные. Похоже, мы вырулили прямо на поле боя между картелями и повстанцами.
нас гости на пороге. Осторожней с гражданскими. Не подстрели никого по ошибке.